очень быстро двигается. Нельзя так говорить про машину. У нас НЛО. Смотри. В натуре красная, три штуки, если, блин, руку пытаюсь поймать. Попробуй поймай. Офигеть, звезды рассматривали, увидели три точки. Появились и вот плывут куда-то. Ну, наверное, самолет, конечно. А может и нет. А звука-то нету. Может, очень высоко летят. Прямо. Ты только смотри, жопой мангал не сядешь. Ради такой картинки можно. Офигеть. Блин, они очень быстро двигаются, я не могу их понять. Че это такое? Смотри, они скорость меняют. Один тут остановился. Да, чуваки, мы здесь. Приходите на огонек. У нас, кстати, мясо готово. Один что-то далеко куда-то. Тут какие-то ракеты. Да нет. Вот один тусклый, или очень далеко, или очень быстро улетел. Чего? А, бинокль, да, кстати, было бы видно. Один исчез. А, нет, видно его еще. Это мне не видно отсюда. А, вон он. Мерцает. А эти два висят. Обалдеть, ничего себе. Один исчез, он там далеко-далеко, а два видно еще. Два зависли. Смотри, НЛО. Они вот здесь такие яркие проходили. Чего это такое, неизвестно. Тут три такие вообще вот здесь шли. Яркие-яркие, что такое? Главный астроном. Помощник астронома. Оператор. Да, они здесь просто пули прошли вообще. Один исчез, а левый еще вот мерцает. Все, исчез. Ну, чуть-чуть видно. А в бинокль ты видишь, нет его?